эти веселые ребята в реальной жизни представители серьезных профессий. Все они сотрудники уголовно-исправительной системы Приморского края. Работают в следственных изоляторах и исправительных колониях. То есть напрямую связаны с той частью общества, жизнь которой протекает за решеткой. Но суровая профессия не помеха коллективному отдыху, где творчество – элемент командной работы. Праздник «Золотая осень» для сотрудников ГУФСИН по Приморью проходит уже второй год. Более 1500 сотрудников учреждений и членов их семей демонстрировали первым делом хорошую спортивную подготовку, а затем творческие достижения в вокале, хореографии, сценических постановках и даже кулинарии. Здесь есть уже традиция или первый шаг к традиции, поэтому у нас в России сильнее, чем традиция. Поэтому это в первую очередь даже не столько мое желание, а желание коллектива. Сотрудников, начальных учреждений. Соответственно, это желание хорошее русло. Здесь не только же спортивные мероприятия, есть культурные мероприятия. Несмотря на тяжелую службу, на первом месте у сотрудников УИС семейные ценности. Поэтому первое, что обращает на себя внимание на праздники – огромное количество детей. И творческие выступления практически все с участием детворы. Мамы переживают и поддерживают за сценой. Но это значимый праздник. В первую очередь для той системы, в которой я служу, и это часть моей жизни, это моя семья также, в которой дети мои принимают участие. Командный дух, взаимная мотивация и поддержка у сотрудников УФСИН наиболее ярко проявилась на спортивной эстафете и перетягивании каната. По завершению праздника победители наградили подарками, кубками, дипломами и грамотами, а юных участников – игрушками. Светлана Садовая, новости на Восьмом.